А ОДКБ мы считаем, что ОДКБ это сборище предателей. Они уже не застенчиво прямо говорят, что у них нет никаких намерений и никакого интереса быть на стороне с Арменией. Для них и Армения член ОДКБ, и Азербайджан не член ОДКБ, является как бы на одном уровне страны. Поэтому это для нас неприемлемо. Это страны ОДКБ. Естественно, это Беларусь, Казахстан. В основном они снабжали вооружением. А Россия в первую очередь. А что касается вот именно России. Россия еще на основе двухсторонних договоров. У России есть обязательства защитить Армению. Как бы гарант безопасности. Но, к сожалению, уже последние годы, если Россия до этого была как бы нейтральной страной, сейчас явно уже последние годы у России больше интересов с Турцией и с Азербайджаном, и Россия действует против Армении. И, я повторяюсь, у Армении нет никакого резона оставаться в ОДКБ. Мы требуем выхода Армении из ОДКБ, а после этого также из других так называемых организаций, во главе которых стоит Россия, потому что там тоже наши интересы попираются.